Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Последние новости из сада и огорода. В этом видео я вам расскажу, как продлить плодоношение кабачков до самых холодов. Также, как правильно поливать огурцы, чтобы они выросли вкусными, не все дачники знают. Обязательно рассмотрим, чем полить помидоры, чтобы они выросли сладкими. А также узнаете, как вырастить крупные сладкие перцы. Быстро и по делу последние новости для сада и огорода. И начнем мы, друзья мои, с кабачков. Как же продлить плодоношение кабачков до холодов? Многие любят кабачки за то, что их можно без особых сложностей выращивать до самого наступления холодов. Благодаря этому можно не только насладиться свежими кабачками и закрыть вопрос с заготовками, но и отправить часть овощей на хранение. Какие деревенские хитрости могут вам пригодиться? И на первом месте у нас, конечно же, идет йод. 40 капель йода растворяем в 10 литрах воды и вносим полученное удобрение под корень. Такая подкормка кабачкам и тыквам необходима, так как повышает иммунитет растения и улучшает усвоение азота. Ну а дальше переходим к огурцам. Как правильно поливать огурцы, чтобы они выросли вкусными? Так как сейчас наступил момент активного плодоношения, методика полива остается, друзья мои, прежней. Однако частота и объем внесения влаги, конечно же, меняется. Лучше всего успевать вносить влагу до наступления 9 часов утра. Вносится жидкость исключительно под корень, поэтому старайтесь не задевать листву. На квадратный метр берут до 12 литров воды, в зависимости, конечно, от погоды. Важный момент заключается в том, что жидкость должна быть теплой. В идеале температура прогревается до 28 градусов. Во время полива старайтесь следить за тем, чтобы почва пропиталась на 20 сантиметров в глубину. А вот окружность должна составлять порядка 15 сантиметров. Вот такие вот хитрости. Переходим к следующему. Как вырастить крупные сладкие перцы. Последний шанс собрать хороший урожай. Итак, действие первое. Поливать перцы нужно примерно 2 раза в неделю. Но главное, друзья мои, чтобы вода была не холодная, а летняя. Точно такую же воду нужно использовать при приготовлении подкормок для овощных культур. Также, если подробнее говорить о подкормке, тот самый простой вариант – это приготовить в большой бочке подходящий настой. Для этого потребуется 3 кг крапивы и ведро навоза. Также можно добавить 200 грамм древесного угля. Ингредиенты перемешиваются, заливаются водой до самого верха бочки и настаиваются сутки. Готовый настой используют для полива перцев под корень. Расход средства не более 1 литра на куст. Если все сделать правильно, то уже спустя 1 неделю можно заметить результат. Кусты пойдут в рост, цвет листвы окажется более насыщенным, а урожай в итоге будет на радость. Ну а теперь переходим к теме помидоры. Чем полить помидоры, чтобы они выросли сладкими? Не все наши садоводы-огородники об этом знают. Для того, чтобы уговорить овощи стать сладкими и вкусными, нужно провести особый, друзья мои, полив. Для этого нужно будет взять 50 грамм любых фосфорных удобрений. Из расчета, конечно же, на ведро воды. Приготовленное средство используется для полива. Можно сделать обработку по листу. Для того, чтобы томаты максимально раскрыли свой приятный сахарный вкус, нужно провести процедуру опрыскивания. Лучшим компонентом станет зола. Потребуется 250 мг компонента залить 10 литрами воды и выждать не менее 8 часов перед процедурой опрыскивания. Также стоит отметить, что положительное влияние на вкусовое качество помидоров оказывают подкормки на основе калия и бора. Ну а в следующем видео я вам расскажу еще очень много интересных подкормок и секретов для сада и огорода, для ваших овощей и фруктов. Понравилось видео? Поставь лайк, есть что сказать, пиши в комментарии. И увидимся завтра, если это видео наберет хотя бы 200 лайков. До скорых встреч, пока-пока, пока.